Чаще всего на канале Farnax Film вы можете увидеть обзор чего-то большого, то, что дает тепло, дает возможность попариться в бане. Но сегодня мы смотрим обзор о том, что может дать хорошее настроение в холодный осенний день и даст возможность попить горячего чайку. Паровоз от компании Термофор. Инженеров компании, похоже, не отпускает. Не отпускает идея создания чего-нибудь простого, но внешне необычного. Мы уже видели банные печи в виде паровоза. Мы уже видели печь в виде ракеты. И сегодня представляем вашему вниманию самовар-паровоз на шишках. Этот самовар прост как паровоз. Есть топка, в которой горят дровишки, в нашем случае шишки. Есть бак для воды, есть свисток. И, естественно, есть труба. Емкость бака для воды 3 литра. Топочка небольшая. Топить самовар можно щепой, либо же можно топить шишками, как заявлено производителем. Нам обещают, что за 30 минут непрерывной работы вода закипит. Сегодня мы проверим. Проверим эту игрушку. Ведь действительно, эта вещь такая не первой необходимости, но из разряда тех вещей, которые дарят людям, у которых уже все есть. Эх, как бы не хотелось затопить самовар прямо здесь, на столе, но безопасность превыше всего. Нужно это делать на негорючих поверхностях, поэтому подготовьте специальную площадку для этого самовара, либо же просто на газончике аккуратненько его затопите. Самовар затопили, дым повалил. Перед тем, как его растапливать, обязательно налейте воды. Все? Наверное. 28 минут прошло, как обещали, в течение получаса закипел. Свисток нам подал сигнал о том, что кипяток готов. И для того, чтобы поменять интенсивность горения и нагрева, мы можем использовать крышечку. Прикроем поддувало, чуть-чуть успокоиться и пойдем за стол. Огонь притих, можно поставить самовар на стол. Две удобные ручки. Эх, какая красота! Ну что, друзья, за товарами для отдыха на farnax.ru и в магазинах Farnax. Там же вы найдете подарки для лучших друзей. Ну, а всех друзей канала Farnax Film приглашаю к столу. До новых встреч. Счастливо!